Дети читают стихи. Габиба Аида, 13 лет. Стихотворение Расула Гамзатова «Ахильчи». Которое лето с тобой мы не вместе, и нету ни писем твоих, ни открыток. Ахильчи, о, брат мой, пропавший без вести. Нет, я не ищу тебя в списке убитых. Я помню, как ты, шаловливый, упрямый, все бегал в долины, где дикие утки. Ахильчи! Ахильчи! Звала тебя мы, но ты объявлялся на пятые сутки. Я знаю, что верной привычке старинной, и нынче, как мальчиком, бродишь ты где-то. И я отгадываю причины, их много.